Здравствуйте! В прошлом видео при пошиве детского сарафана я делала аппликацию в виде кота и показывала, как эта аппликация делается. Но почему-то подписчики начали задавать вопросы, начали писать, что это очень сложно, что это невозможно, что, к сожалению, у нас зигзага нет. Там, ну, было много комментариев. Ну вот, я хочу просто вам показать на самом таком простом примере, как можно в течение получаса сделать вот такую вот вышивку в виде девочки. На этой вышивке используются просто цветные нитки, обычные. Здесь я даже не брала шелковые нити, а шила обычными нитками. Использовала маленький кусочек фатина и обычная строчка. Больше ничего здесь не было. Вот так выглядит у меня с лицевой стороны аппликация, вот так выглядит с изнаночной стороны. Эту аппликацию вы можете тоже попробовать сделать ее, и это уже будет отдельная законченная работа, которая выполнена просто простым швом. Давайте посмотрим, как ее можно сделать за полчаса. Давайте разберемся, что понадобится нам для вышивки. Естественно, ткань, на которую мы будем вышивать. Если ткань у вас растягивается, эластичная, то нужно будет продублировать ее, либо использовать флизелин, либо, если у вас есть возможность использовать водорастворимый флизелин, это вообще будет прекрасно. Также нам понадобится пяльца. Для нанесения рисунка я использую копирку. Естественно, нам понадобятся нитки разных цветов и маленькие ножнички. Маленькие ножнички нам нужны будут для того, чтобы обрезать края, если понадобится. И самое главное в маленьких ножничках, чтобы резали сами кончики. На самом деле, для того, чтобы начать вышивать, нужно начинать с самого простого. То есть пытаться просто делать параллельные линии просто обычным швом. Вот сегодня мы рассмотрим, как можно простым обычным швом сделать прекрасную аппликацию вышивку. Что нам нужно? По поводу машинки, вот задаются вопросы, на какой же машинке можно вышивать, у меня вот нет зигзага. Зигзаг — это вообще не самое важное для машинки. Какая машинка может вышивать? Обычная машинка, которая делает даже прямой шов и больше ничего. Прекрасно вышивать учиться на машинке, которая идет ножная, которая идет без электропривода. Потому что чем быстрее ход движения электропривода, тем сложнее вышивать. И на машинке с электроприводом вряд ли вы будете даже начинать учиться. Потому что будет у вас идти рывками вышивка. Ну, у меня с электроприводом есть такой свободный ход, да, легкий. Рывков у меня не очень много, и я, в принципе, вышиваю уже давно. Поэтому я уже приспособилась. Если вы будете, хотите пробовать, пробуйте на своих машинках. Главное пробовать, главное терпение. И навыки придут со временем, если вы не будете сдаваться. Итак, как настроить машинку? Машинку мы настраиваем таким образом. Снимаем педаль. Она нам... Ой, простите, педаль. Лапку. Она нам не нужна. Винтик я сейчас буду выкручивать тоже. Убрали лапку. Когда мы будем вышивать, сама лапка, хоть ее нет, но для натяжения нитей мы обязательно ее опускаем вниз. Дальше игла. Иглу выбирайте по толщине вашей ткани. Чем толще ткань, тем можно толще использовать иглу, чтобы она у вас не ломалась. Дальше очень важно отрегулировать натяжение нитей вашей швейной машинки. И оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы нить, которая внизу, была натяжение сильнее и перетягивала верхнюю нить. Ни в коем случае не наоборот. Поскольку у меня ткань белая, я буду в шпульке использовать белую нить. Если ваша машинка
опускаю, есть такая возможность опустить зубья вниз, вы ее опускаете. У меня такой возможности нет, поэтому я одеваю на нее пластину. Затем стежки, которые у вас есть на машинке, мы ставим на 0. То есть нам стежки никакие не нужны. Заправили мы шпульку, заправляем обычным способом нашу машинку. И затем давайте посмотрим на пяльце, как запяливается ткань. После того, как вы нанесли рисунок, пяльце у нас состоит из двух частей. Один круг больше, другой меньше. Больший круг заводим под низ. Маленький круг наверх. И вот таким вот образом мы затягиваем. Вот здесь, смотрите, видите, у меня как играет. Такого быть не должно. У вас ткань должна быть натянута. И когда вы будете работать, затянув ткань в пяльце, оно получилось у меня как барабанчик. Я использовала флизелин для уплотнения. И ткань слегка у меня подтягивается. Натянула. Когда натягивала, я натягивала и флизелин, и ткань одновременно. Если надо было, чтобы ткань была вот здесь вот не морщилась, да, то тогда я подтягивала слегка ткань. И вот у меня есть затягивающиеся колесико, которые я затягивала. При работе буду использовать шелковые нитки, я говорила вам, и буду использовать фатин. Итак, сначала я беру и делаю фатиновую маечку. То есть буду прикладывать фатин. Можно фатин булавочками прикрепить. Можно прикрепить наметочным швом. Но я буду сразу вот так вот, придерживая руками, обстрачивать по контурам. Заводим пяльца под иглу. Обязательно опускаем лапку и начинаем по контурам проходить наш фатинчик. Опускаем иглу, придерживаем за нитку для того, чтобы вытащить нить из шпульки. Теперь необходимо сделать несколько вот таких вот ударов в одну точку, чтобы образовался узелок. Прижимая вот таким вот образом пальчиками, я прохожу, а пяльцы я просто передвигаю. Видите, вот я прошла один шов. Теперь иду дальше. Там, где у нас углы и повороты, притормаживайте, останавливайтесь и проходите. Если делает у вас машинка вот такие вот, как у меня только что было. Видите, вот немножечко у меня ниточка вылезла. Почему она петляла? Потому что нужно обязательно, чтобы мы помогали пальчиком и рядышком придерживали нашу ткань, чтобы у нас было соприкосновение ткани с нашей подошвой машинки. Теперь я достаю пяльцы для того, чтобы обрезать все лишнее. Оно мне уже не надо, этот фатин. То есть я вырезаю, у меня остается одна маечка. Аккуратно, ножничками, чтобы ничего не повредить. Вот когда я обрезала все края, еще раз прохожу по контуру, чтобы закрепить. Затем можно перейти, если у нас красный цвет нитки, сделать губки. Пройдем по контуру балетки. И точно так же параллельными швами сделаем, чтобы они преобразились у нас и имели цвет. Вот таким вот образом мы проходим рядышком друг возле друга. Мы делаем шов. И сейчас я использую только прямую строчку. Вы можете нарисовать себе какие-то линии для того, чтобы получить навыки. А можете сразу пробовать и делать уже
какую-то несложную работу, чтобы получить какой-то результат. Вот бывают вот такие вот неприятные моменты. Это рывок у меня был на машинке. Такое тоже бывает. Все нитки, которые мы с вами переводим с одного места на другое, не обрезая, потом нужно, естественно, обрезать. Если в процессе вам нужно что-то подтянуть, подтяните. Теперь я поменяла нитки и буду по контуру обводить ручки, ножки и лицо. В нашей вышивке глазки и носик просто изображены точками. Для того, чтобы сделать точку, я беру и просто вот так вот как бы по кругу делаю небольшой глазик. Вот один я уже сделала, буду делать второй, и вот у меня носик. Останется мне сделать волосики и сделать юбочку. Как видите, все выполняется прямой строчкой. Вот таким вот образом, как бы по кругу. И глазик готов. Каждый раз, когда нам нужно поменять нитки, мы меняем их. Те нитки, которые у нас пересекаются внизу на изнанке, я пока не трогаю, я их обрежу потом. А те ниточки, которые у нас идут на лицевой стороне, я их сразу убираю, чтобы был виден результат. Волосики сделаем яркие. Я вот беру такие вот оранжевые яркие ниточки. Теперь добавим в наши волосики еще желтого, золотистого такого цвета. Для юбочки я взяла фатин и просто иголочкой прошла и присобрала. Теперь я его буду нашивать и затем по желанию будем регулировать длину. Вот таким вот образом прикладываем и прошиваем. Из обычной атласной ленточки делаем вот такой вот маленький бантик и пришиваем уже это просто вручную с помощью иголочки. Уже работа в пяльцах закончена, она выполнена вся простым швом. Убираем и теперь будем формировать нашу юбку и пришивать бантик. Вот за такой короткий промежуток времени у нас получилась вот такая вот прекрасная балеринка. Естественно, вот эту часть мы обрезаем. Она нам не нужна, потому что она грубо смотрится. Теперь сама юбка. Еще чуть-чуть, видите, надо обрезать тут, то есть поровнять. Сама юбка тоже получилась длинная. Тоже ее немножечко укорачиваем. Вот этот край тоже немножко. То есть мы уже ее корректируем. Здесь можно нам даже прихватить вручную юбочку. Вот здесь вот захватить просто несколькими стежками. Можно пройти машинкой прям. Это уже зависит от того, как нам хочется. Теперь, конечно же, нам нужно обязательно разутюжить нашу вышивку и убрать флизелин, который был у нас пришит. Вот закончена уже наша работа. Я ее разутюжила. В принципе, на эту работу времени понадобилось не очень много. И, как видите, все это несложно. Лишь бы было желание. Куда мы можем использовать такую аппликацию, уже будет зависеть от вас. Но я думаю, что ее можно использовать как на детских вещах, так можно использовать и на женских изделиях. Будет очень прекрасно смотреться какая-то футболочка. Тоже очень будет украшать ее. На этом все. Надеюсь, видео было полезным для вас. Всем пока!